Несмотря на то, что счет уже на 30-й секунде матча открыли краснодарцы, гости смогли вырваться вперед. Первая четверть со счетом 22-19 была в пользу подмосковного клуба. Во второй четверти «Химки» также показали хорошую игру, набрав 28 очков против 9 у железнодорожников. После длинного перерыва «Локомотив Кубань» сократил разрыв. Третья четверть закончилась со счетом 49-62. Однако в финальные 10 минут краснодарские баскетболисты так и не смогли взять инициативу в свои руки. Матч завершился в пользу «Химок» 67-76. Решающая игра «Локомотива Кубань» и подмосковного клуба состоится 30 мая в «Химках». Первый финалист единой лиги ВТБ уже определился. 26 мая в Нижнем Новгороде ЦСКА одержал победу над Нижним Новгородом со счетом 92-80. Выход в финал единой лиги ВТБ – это прямая путевка в Евролигу, самый престижный баскетбольный турнир.